Итак, сегодня поделюсь с вами впечатлениями о нашей небольшой поездке в Грац, в Австрию. И случайно заехали в местечко, где вырос Арнольд Шварценеггер. И здесь он родился и, насколько я поняла, прожил до 20 лет и впоследствии уже улетел в Калифорнию покорять другой континент. И именно здесь, на окраине этого прекрасного города, не столь помпезного, как Вена, но не менее красивого, в Граце много университетов, много парков, магазинов, прекрасный климат и очень приятный город, в центре которого протекает река. В окружении и современных зданий, и более традиционных. И вот в таком домике вырос Арни. Здесь много о нем написано, можно даже пройти экскурсию, но когда мы приехали, все было закрыто. И, как я поняла, даже соседи сделали кафе в обычное время. Как я понимаю, здесь достаточно много туристов, а когда мы приехали сюда, не было вообще никого, и было очень приятно прогуляться, посмотреть окрестности, парк, в котором он бегал, занимался, там даже остались какие-то тренажеры. Интересно. Несмотря на то, что Австрия не такая большая страна, но она очень многообразная, и там есть и горы, как известно, развит горный туризм, лыжи, всевозможные виды спорта зимние, а также очень много всевозможных магазинов. Я показывала большой магазин для художников. В целом очень приятная страна, и мы живем совсем рядом, поэтому периодически туда выезжаем. Я еще обязательно расскажу более подробно об Австрии, потому что у нас есть в планах посетить много разных интереснейших мест, и думаю, вам будет интересно. В том числе хотим съездить в места силы, они там тоже есть. А пока покажу некоторые из своих работ, которые выполнены, так получилось, что в похожей гамме. И мой фаворитный оттенок этого лета, по всей видимости, это оттенки голубого и синего. Знаете, у художников бывают периоды, которые относятся к определенному оттенку, там сиреневый, желтый, зеленый. Вот у меня сейчас период такого голубого, насыщенно-синего, и я его активно использую во многих работах, миниатюрах. Это большая абстрактная картина с текстурой. Что-то подобное я показывала на своих мастер-классах. Как всегда, ссылочку я оставлю под этим видео. И несколько этюдных работ, в том числе вот такие ирисы, которые я писала акрилом, тоже насыщенного, красивого синего оттенка. И несколько миниатюр, которые написаны маслом, масляными красками на бумаге и ДВП.
И думаю, что этим летом оттенка голубого и синего будет очень много присутствовать на моих работах, потому что я планирую много писать и морских тем, и в принципе более превалирующих холодных оттенков, потому что они свойственны летнему периоду, особенно когда жарко, начинаешь что-то более в холодной колористике писать, изображать. Ну, по крайней мере, так часто бывает. И это тоже миниатюра, абстракция с маслом и с маслом, масляными красками и паталью золотой. Мне будет интересно узнать, какие из этих работ вам понравились. Как всегда, спасибо большое за ваши лайки, комментарии. Это помогает продвижению моего канала. И в самое ближайшее время я выпущу еще несколько интересных видео. Будет также прямой эфир, поэтому подпишитесь и получайте уведомления о новостях моего канала. Будет много интересного.